нашем эфире прямо сейчас премьера музыкального проекта группы «Ксюша», которую, собственно, Ксения Новикова и родила. Ксюша выходит замуж скоро, вот так. Замуж выйти — это не пустяк. Шпильки, помада и корсеты, платья, серьги и браслеты. Вот стоим нарядные уже. А у нас девичник, 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 как девичий смех бокалы звенят. Не ревнуйте нас, вы сегодня мальчишки, эта вечеринка пройдет без ребят. А у нас девичник, 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 как девичий смех бокалы звенят. Не ревнуйте нас, вы сегодня мальчишки, эта вечеринка пройдет без ребят. Ксюша выходит замуж скоро, вот так. Вот так. Замуж не какой-нибудь пустяк. Пустяк. Пина колада, маргарита, текила, самбука и мохито. Вот стоим нарядные уже. А у нас девичник, девичник, девичник. Ну что ж, я напомню, что это премьера. Это премьера, я надеюсь, что у вас уже ноги задергались, и вы, в общем-то, в предновогоднем предвкушении собираетесь тут нам приплясать. Обязательно, обязательно это сделайте.